just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is bare. I don't give a что заметил. О том, да? Что до этого у нас были с тобой зарядки, одна, вторая, третья, и примерно такие же движения. По-моему, нас готовят к чему-то. По-моему, да. Мы готовимся к глобальной миссии, ну а на самом деле миссия-то это состоится 8 июня на острове Татышев. Телеканал Енисей приглашает, собственно, всех на эту площадку. Поэтому вот оно, то, к чему мы готовимся. Что? Я вам предложу поближе подойти к своим подопечным. Давайте, а, ну, можем местами так, поменяться. Все на место встало. Я просто поближе. Ну да ладно, давайте я скажем, понимаю. Скажем про коллектив. Коллектив под названием «Моджо», художественный руководитель коллектива Светлана Плотникова. Да, сделайте, сегодня, пожалуйста, нам музыку. Сегодня не танцевала почему-то, потому что включала песню свою любимую. И хореограф танцевального коллектива Оксана Кистанова. Ну и девушки, участницы коллектива «Моджо». Так, опа! Расскажите, пожалуйста, в каком стиле вы танцуете? Это современный стиль. Сделайте нам, пожалуйста, потише музыку в студии. Ага. У меня микрофончик есть, да? Это современный у нас стиль, где-то чуть-чуть эстрады. Вообще мы танцуем что душе угодно. Если надо, и хип-хоп можем. О, серьезно? Да. Кого можете еще? Хип-хоп. А. И показали русский народ. Да, тоже можем, да. Так, ну, получается, у вас на локации от телеканала «Енисей» такая миссия очень серьезная, да? Вы готовите? Флешмоб. Флешмоб. Что такое флешмоб? Это когда массово люди собираются в какой-то местности, да, и танцуют классный задорный номер все вместе, а кто-то сразу подхватит, а кто-то уже приготовил. Но главная суть, я просто уточню. Одинаковые движения. Да, некоторые по-разному думают, что... Но вы знаете, что флешмоб, когда люди собрались, неожиданно показали и разбежались. Неожиданно. То есть включается музыка, и все начинают движение делать. Так, а много ли движений в этом флешмобе? И все, что видели. Вот это? Да. Серьезно? Да, все просто, то есть. Ничего себе просто. Да, дети смогут. Да, там несложное движение. Так, ну, да я тебя научу. Серьезно? У нас на самом деле возник такой же спор. Мне тоже кажется, что они чуть-чуть сложноваты. Есть люди, которым будет, ну, не все движения они смогут подхватить. А я из той серии, где все смогут даже не. Да, конечно. Да. Я тоже вот из примерно такой же спор у нас возник. Я вашу команду веду. Нет, я заметил, у вас прям так все продумано. Впереди рыженькие, сзади черненькие. А надо будет тоже как-то по цветам там распределять на площадке. То есть количество людей, которые участвуют, не ограничено, да? Нет, не ограничено. По сути, расстановка тоже не важно. Нет, как одежка, как-то одеться надо по-особенному. А, у нас будет особенная. Белый, а кто будет, ну, приходить, то, конечно, в свободный, как им удобно, пускай подходит. Ну, может, пожелания какие-то? Поярче, лето все-таки. Да, правильно. Поярче, лето и не проспать. Ну, можно про коллектив еще спросить? Много у вас человек в коллективе? На данный момент не очень, но уже коллектив. Нас 6 человек. О! Да. То есть это, это комфортная такая среда. Стой, выходите. А где еще две девчонки? Или там мальчишки? Они у нас работают, учатся, поэтому отдуваются. Не все могут в такое время. Ясненько. Хорошо, хорошо. Так, ну что, давайте учить тогда, что делать. Думаешь учить? Ну, мне кажется, да. Ну, конечно, уже пора начинать. Да. Пора бы, да, показать нам несколько движений. Мне уже пора заканчивать. Серьезно? Не с карьерой танцора, нет? Ну, давай попробуем, давай чуть-чуть озвучим. Хотя бы три движения. Да, три. Давайте, я не буду. Покажите пока, а потом мы уже их попробуем. Похлопали, это за движение не будем считать, это начало. Как только начинается. Это называется степ, да? Ну, это вот мы такие собрались, подготовились, похлопали. Конечно. И пошло первое движение. Работают коленочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
Пока работают коленочки, работает ручка. Раз, работает голова. Два, три, четыре. Вторая. Раз, пять. Два, три, четыре. Ага. Это повторяем два раза. Здесь, здесь тоже на восьмерку, да? Я не помню, сколько там в начале. А, собственно, там 16 счетов, да. И на куплет пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А песня будет именно вот эта, которая играла, да? Да, которая играла. А, все понятно. Конечно. И повторяем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поздравляем, мы выучили уже 16 счетов. Вау! Следующее движение. Мы уже на свадьбу где-нибудь можем выступать с этим номером. Так, хорошо, давайте еще. Раз, два, там. О, подожди, зачем вы выпрыгиваете? Что, обратно нельзя было пойти? Так хорошо. Что за обман? Представляем ножки и руками работаем. Раз, два. Пошел хлопок. Опа. И обратно. И теперь возвращаемся. Приставили, приставили. Хлопок, хлопок. Все, мы выучили. Что, давайте закрепляем. Повторяем. Давайте. Сначала, вот с этого первого движения. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, в сторону, 1, 2, 3, 4, хлопок, хлопок, в сторону, вот это да. Хлопок, хлопок, запомнили. У меня получилось. И у меня вроде ничего так, ну, такое. Потому что это, за деньги еще пока, потому что это показывает, это флешмоб, это флешмоб, а его должны повторять все. Итак, я думаю, сейчас все видели, я уверен, что все попробовали с нами повторить. Ну как все, те, кто посчитал, что это действительно можно повторить. Ну а проверим, насколько хорошо вы повторяли и учили флешмоб 8 июня на площадке «Утро на Енисеи». Собственно, все это будет проходить день города на острове Татышев. И наша поляна официально, она будет находиться за шатром Универсиады, рядом с волейбольными площадками. Вот так-то. Там увидимся. Да. Коллектив Моджо, художественный руководитель Светлана Плотникова. Включала музыку, снимала все на телефон, пожалуйста, и отправляла уже в социальные сети. Хореограф коллектива Оксана Кистанова. Спасибо большое. Спасибо. Вам улыбочек, хорошей подготовки, ну и классного, нереального флешмоба вам в копилку коллектива. Доучим 8 числа. Конечно. Доучим, научим 8 числа. А тем временем, господа, у нас на очереди, собственно говоря, небольшой блок рекламы, и там будет еще и гороскоп. Не переключайтесь, стойте вместе с программой «Утро на Енисея».